Я сама одесситка, но давно уже уехала, живу 30 лет в Санкт-Петербурге, и я хочу сказать, что город преображается. Прекрасный город и прекрасные люди, и нам очень нравится. Возвращается настроение хорошее к людям. Мэр ваш молодец. В город пришла европейская власть, настоящая. Все. Это было весною, в зеленеющем мае, когда тундра проснулась, развернулась ковром, мы рванули на волю из Воркутского рая, пьяный ветер свободы. Покати нас шаром. Поверьте мне, я сделаю все для того, чтобы войти в историю города и стать вторым Ришелье. А где кресло мэра? Тоже мне здесь нужно? Молодой человек, где кресло? Кресло не знаю. Да, вы не знаете. Я буду уходить из антимонопольного комитета, там останется и кресло, и все как в порядке. Зайдет человек и сможет работать. Мэрское кресло. А вот и оно само. Алексей Алексеевич привез его из Киева, из кабинета главы антимонопольного комитета. И я счастлив, что я дожил до того момента, когда стал мэром Одессы. Давай, с тобой не здоровый. Как насчет мороженого?
заявляю официально и готов отвечать за свои слова. До конца текущего года все одесситы будут иметь в водопроводе воду, которая будет отвечать всем стандартам. Каждое утро я буду лично заезжать по дороге на работу и буду заходить не и смотреть. Надо каждый раз зачем? Ну, если вы говорите, что к моему приезду есть, а без меня нет, я буду заезжать каждый день. Ну и что толку? Ну как? И что будет? Это то же самое. И, конечно, я хочу сказать особые слова о учредителях замечательного золотого мангуста. Вы вообще задумывались, почему он называется золотой мангуст? Вообще, что такое мангуст? Мангуст – это такой маленький, очень подвижный, но это такой зверь, который никогда не нападает, но он всегда защищает. И он вступает в схватку с любой змеей, он вступает в схватку с коброй. Мало кто может победить кобру, но мангуст побеждает. И я думаю, что очень правильно, что они называли именно вот эту премию «Мангуст», потому что мангуст – это действительно, ну… Это здорово. Пользуясь тем, что сегодня идет трансляция с Думской площади практически на весь мир, я хочу рассказать вам анекдот. Идет такой мальчик, и так грустно-грустно слезы текут, и напевает. Чужие губы тебя ласкают. Навстречу пацан постарше, подзатыльник. Что случилось? Малый говорит, девушка бросила. Он говорит, какая девушка? Говорит, чупа-чупс потерял. Я желаю, чтобы в наступившем году... Козел Сахалин! Козел, что же с вами? Ну, простая вещь. Купить фольгу и дома с той стороны наклеить на стенку. Это колоссальный дает эффект. Вот простейшие вещи дают колоссальный эффект. И каждому надо позаботиться о своем жилище. Умный, сильный и умелый, энергичный, добрый, смелый, самый мудрый дядя Мел. Вы награждены самой большой нашей наградой, медалью за сприяние в охороне державного кордона. Разрешите мне вручить присутствие самой большой и самой дорогой публики для вас. Клоуны хорошие у нас сегодня? Да. Ну вот, скажем им спасибо. Вы знаете, мы сегодня еще привезли вам мороженое, поэтому будете подходить и угощайтесь, мороженого хватит всем. И только слепой, злобный человек не увидит, что делает моя администрация.
очень важное дело мне надо сделать. И я его сделаю. Все, ну как же. Позвольте. Надеюсь, будет бесплатно. Да. А вот мы зашли по бесплатному пути. Чтоб все посмотрели и показали. Просто мы уже не одну гостиницу построили, мы просто знаем, как это должно быть. Небольшой умывальничек здесь. Сереж, скажи Ане, пусть журналисты снимут. Это же немаловажно. Там на злобных сайтах все это за муха привязалось. Почему я так... Смотрите ее! Смотрите! Самый слабый, неуважаемый. Ни черта не делает, только красуется на телеэкране. Он не может потянуть Одессу. Мы за него не голосовали, и я не знаю, как его выбрали. Он же у нас бездельник. Он только может брать землю, продавать черт знает кому. Он безобразно испортил всю Одессу. Это человек без ума. Карманы набивает. Город рушится, город в ужасном состоянии. Больно и обидно за наш город. Такой был красивый, сейчас стал грязный. Не мэр, а урод. Урод самый натуральный. Только не за этого придурка, да. Не за Костусева. Да потому что он проходилец, вот и все. Это флаг партии регионов. И говорю, площадка открыта! Ура! И я, и вся моя команда, мы сделаем все для того, чтобы передать вам красивый, добрый город Одессу. Моя программа рассчитана на 10 лет. И она должна быть выстроена вся на 10 лет. Как мы будем развивать наш город? Тоже болтология! Чистый Иисус.